Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами краном. Называется Bitter One. Монетка называется BTR. Значит, регистрация, друзья, здесь очень простая. И монетка выводится на MyWather Wallet или на MetaMask. Значит, эта монетка есть на CoinMarketCap. Вот она, эта монетка. Вот ее цена. Не сильно она и высокая, но тем не менее весь интернет ее собирают. И кран платит. И множество уже выводов. Значит, смотрите, вот здесь рост и падение этой криптомонетки. Далее можно посмотреть, на какой бирже она есть. Так, вот Меркаток. Значит, перейдем на кран. И что у нас? Здесь ранг. У нас чем ниже ранг, тем лучше. У меня 4 монетки. Вывод от 20 BTR монеток. И заходим раз в 2 часа. И собираем эту монетку. Так, и собираем они. А вот появилась у меня капча. Разгадываем капчу. На зеленую вкладочку. И вот сколько сейчас мне дадут монеток. Посмотрим. Появляется окошко. И мне дали 0.025 BTR. Ок. И через 2 часа можно опять заходить и собирать монетку. Далее здесь идет у нас как бы баунти программа. Это можно все перевести, изучить, прочесть и поучаствовать в баунти программе. Далее здесь игры. Нет, здесь идет у нас статистика. Вот. Так. Подождите, так. Да, вот это игры, друзья. Кто хочет, я не участвую. Ну, а здесь выигрыши и проигрыши, походу. Значит, профиль. Здесь надо указать адрес кошелька, привязанный, ну, или от MyWather Wallet, или от MetaMask. Я смотрела много видеообзоров по выводу средств. И все выводят на MetaMask. У меня MyWather Wallet привязан к MetaMask. Так, и что мне надо? Аккаунт один скопировать. Сейчас я вот адрес скопирую. И привязать сюда адрес. Так. Set адрес. Все, у меня адрес я привязала. Далее здесь идет, можно двухфакторную аутентификацию поставить. Здесь реферальная программа находится, партнерская ссылочка. Вот сюда нажимаете, ссылочка скопируется. Здесь у нас вывод. Значит, здесь говорится минимум, вот минимум 20 BTR монет, на, чтобы был привязан к вот ERC-20. Это MyWather Wallet или MetaMask. Как создать кошелек и MyWather Wallet, и MetaMask. На YouTube-канале очень много видео. Я делала все через YouTube. Ну, здесь статистика. Как бы вот. Так, возвращаю дашборд. Так, здесь вот баланс. Здесь тоже как бы статистика. И вот здесь вот мои результаты. Тоже статистика как бы. Вот, это я. Это вот партнеры собирают тоже. У меня есть немножечко. Вот такой вот кран. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходим мимо. Кран платит. Можете забить вывод на YouTube и посмотреть выводы о том, что он платит. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.